В Югре инвалиды по зрению учатся пользоваться смартфонами. В этом им помогают специалисты Нижегородского центра реабилитации. В 2017 году они запустили проект «Универсальный мобильный помощник». За это время программу обучения освоили больше 700 человек по всей стране. В этом году к проекту присоединились 6 инвалидов по зрению из Югры. Разбираться в смартфонах и компьютерах им помогали двое кураторов-земляков. Так югорчане научились пользоваться госуслугами, определять с помощью телефона купюры, а также заказывать вещи и продукты через интернет-магазины. По словам организаторов, кураторами могут стать не все желающие. Ежегодно реабилитационный центр отбирает и обучает около 30 специалистов. Мы говорим о возможностях, что инвалид на сегодняшний день не будет себя чувствовать ущемленным, когда изучая определенные технологии и изучая определенное оборудование. Моя задача стоит как раз привлечь молодежь о том, что да, можно сидеть дома, хотя бы если смартфоном ты изучаешь, там можешь отправлять смс-ки двойным нажатием, но мы говорим, что есть информационные технологии, компьютер тот же самый, который позволяет тебе коммуницироваться с остальными людьми, дальше развиваться.